Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас конкурс! На моем канале наконец-таки 10 тысяч подписчиков, дорогие мои, я вас поздравляю и поздравляю себя с этим знаменательным днем. Это очень круто, это очень быстро, это очень неожиданно. Хотела поблагодарить всех своих подписчиков за активность на моем канале, за комментарии, которые вы оставляете, за добрые слова. Также хотела сказать хейтерам спасибо за активность, да, но на будущее также говорю, что за прямые оскорбления, безосновательные и так далее, я много оставляю комментариев негативных. Просто, ну, как бы пообщаться. Я нормально отношусь к негативу, но такому конструктивному, когда что-то спрашивают, что-то говорят, почему то или почему это. Но когда конкретно обзывают, я считаю, что это неадекватность некая. И таких людей я сразу блокирую, сразу предупреждаю, что вы будете в блоке. Да, вы можете написать, оно до меня дойдет, как с гуся вода, и я сразу ставлю блок. А моим подписчикам, которые любят меня, которые смотрят меня, которые ждут новые видео, которые вдохновляют меня, пишут мне приятно комментарии. Вам большое спасибо, потому что без вас не было бы меня, без вас мне не для кого было бы это делать. Я очень рада приветствовать новых подписчиков, потому что для меня каждое, я слежу все время за этим, и для меня каждое прибавление, я прям радуюсь, что вас все больше, больше, больше. У нас уже огромная команда, 10 тысяч это немало, это, мне кажется, такой хороший барьер, который мы перешли. И нас будет обязательно еще больше, мы будем расширяться, я не буду останавливаться, потому что вы меня вдохновляете. То есть я благодаря вам просто не буду останавливаться. И если вдруг, я сейчас стараюсь видео делать каждый день, если вдруг видео будут не каждый день, а через день, через два, то, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием, потому что могут быть перемены в моей жизни. Я все делаю по максимуму для вас, чтобы у вас было как можно больше видео. Но не всегда могут быть возможности на это, но я стараюсь. Также я отвечаю всем в комментариях, потому что у меня тоже есть пока что на это возможность. Так что я с удовольствием отвечаю всем, если особенно есть какие-то вопросы и приятные слова. Всем отвечаю, даже негативным иногда отвечаю, потом думаю, господи, зачем я это делаю? Сегодня я снимаю вам видео совершенно не накрашенное, кстати, хотела спросить вас, потому что многие мне писали, что ой, какая ты не накрашенная, милая и так далее, но мне кажется, что видео должны быть яркие, там нужно глаза, все дела, короче, ну как-то получше, наверное, нежели, но вот сегодня на 10 тысяч хотела для вас вот так вот открыться, быть не накрашенной, и заодно узнать ваше мнение, вот, ну, большинства, потому что я писала так несколько человек, да, и большинства мне бы хотелось узнать, ну, как вам больше нравится, когда накрашенное или когда не накрашенное в видео. Ну, я все равно буду краситься, естественно, да, но просто интересно, как бы, да, это мнение единиц или это будет мнение большинства. Так что пишите мне в комментариях ваше мнение, мне интересно. Совсем недавно я снимала видео о моих чехлах на iPhone, где дарила очень много чехлов своих девочкам, и хочу сказать, что все, я отправила уже всем девчонкам. Это был не конкурс, вот кто говорил, что там пересылка, плата и так далее. Когда конкурс происходит, тогда да, естественно, я все делаю за свой счет, потому что, ну, как бы, конкурс, веселье, плюс я прошу делать репосты, да, чтобы как-то больше людей об этом узнали, больше возможностей было у кого-то выиграть, и поэтому, соответственно, я все делаю за свой счет. А когда я просто дарю что-то, и тем более так много всего, и тем более в разные-разные страны, пересылка стоит достаточно дорого, смотря что, конечно, отправлять еще, но если это еще не один человек, а несколько, конечно, это обойдется в копеечку. Поэтому, если я что-то дарю, просто так, без конкурса, ничего взамен не прошу, конечно же, естественно, что девочки платят за пересылку сами, вот, а чехлы я раздавала бесплатно. Но я все уже раздала, ждем, когда девчонки получат свои чехлы и напишут нам, что они получили, и, в общем, порадуются. Ну и теперь самое главное, конкурс. Что же нужно для конкурса? Сначала я расскажу о призах. Я решила в этот раз сделать все немножечко поскромнее, так как последнее видео, вы помните, да, у меня участвовали в конкурсе только Россия. Именно по причине того, что пересылка очень дорогая, мне обошлась в прошлый раз. И мне хочется, чтобы было много, как бы, да, победителей, как-то хочется разыгрывать, что-то хочется дарить, но как бы я не рассчитывала в тот момент так, и меня немножко это ошарашило, немного испугало, что я думаю, господи, ладно, давайте по России только сделаем. И по России было более терпимо посылка, конечно, там зависит от веса еще и так далее. В общем, в этот раз мы с вами экспериментируем. Давайте сделаем так. Будет два победителя. Два победителя, которые выиграют по 500 рублей. Эти 500 рублей вы можете потратить на AliExpress. То есть вы заходите в AliExpress,
нажимаете, чтобы у вас была бесплатная доставка, и выбираете себе товары на 500 рублей. На самом деле на 500 рублей можно много всего выбрать. И хайлайтер тогда я вам разыгрывала, да, и кисти вот у меня сейчас много. И вообще у меня много всяких интересных покупочек с Алиэкспресс. Посмотрите, может быть, вам что-то там будет интересно. Вы просто мне присылаете ссылки этих товаров, да, но мы с вами разберемся там уже, когда будет победитель. И я оплачу вам просто товар, и вы его ждете. Получается, что мы будем платить с вами за конкретно за товар, а не за какую-то пересылку. Ну, еще момент, что чуть-чуть подольше придется подождать, ничего страшного. Если вдруг не получится или бесплатной доставки не будет в ваш город, в ваше место, мы можем попробовать положить вам на телефон. Короче, давайте попробуем поэкспериментировать, потому что мне хочется, чтобы участвовали все страны, все города по всему миру. И, может быть, тогда я могу положить на телефон, если это получится, да, тоже без каких-то сильных больших процентов. И вы сможете просто пойти себе и что-то купить. Давайте в этом конкурсе мы попробуем с вами так. Итак, два победителя по 500 рублей. Что вам нужно сделать? Нужно быть обязательно моим подписчиком, потому что это конкурс для подписчиков. Нужно сделать репост этому видео в вашей соцсети. Нужно поставить лайк этому видео, естественно. Значит, вам, если вы участвуете, значит, вам нравится это видео. И обязательно под видео вы пишете «участвую» и ссылочку на репост, чтобы я могла проверить, что вы как бы сделали все условия. И все. Потом, через даже не неделю, это будет у нас покороче, давайте в понедельник. В понедельник вечером я объявлю результаты конкурса в моем инстаграме или в группе ВКонтакте. Кстати, кто еще не подписан в группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь, потому что думаю, что именно там все видео я буду репостить туда. Никуда, не на страницу, а именно туда. Поэтому добавляйтесь в мою группу. Там же будет информация. Все, что я сейчас сказала, я оставлю под видео. То есть условия конкурса и ссылки, где вы увидите потом результаты. Понедельник вечером. Ну, я желаю вам всем моей хорошей удачи. Прощаюсь с вами. Мы увидимся с вами в следующем видео. Все вопросы внизу. Пока-пока.